И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем охранять пиццерию, которая называется, Серега, как называется? Паскити Пицца. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Во, у нас когда вот мы с Димоном охраняем и нет аниматроников, мы приходим в Слендера играем. В YouTube играем заблокированный. Нет, а мы потом залипаем туда. А, чё заблокированный? Ну что, в Китае что ли? Я на скелет тусуется здесь. А я играю в Майнкрафт. Ну, в общем, ребят, когда мы тут не играем, эндоскелет здесь играет в основном в игры. Вот. Смотрите, у вас какой аниматроник здесь, вот, офигенный, смотри. Иду со всей силы. Вот, смотри. О, так это скейс аниматроник, что ли? Я не знаю, это какой-то вообще индивидуальный. Очень прикольный. Здесь есть кабинка, Димас, типа кухня, а дальше идет комната наблюдения, понял, за аниматрониками. Понял. Ну, точнее, комната оператора, он типа тут всем возглавляет и включает их, выключает, в общем, вот такая. Все серьезно. Да, вот у нас тут. Я думал, там диджей тусуется, музыку пилит. Ну, типа диджея, короче. Так, подарочки, все дела. Гитара крутецкая. Ну, аж переливается. Ну. Так, шарики. Хорошо. О, смотри, какой Фредди, кстати, он фиолетовый, фантомный какой-то, не знаю. Ребята, напишите, крутой. С какой части. Опа. Опа. Краса. Ой, блин, аж что-то дернулся, когда я их боюсь. Как будто он притянул меня. Не, Димас, это тубзик обычно, ничего не делает. Это мадамский, а это джентльменский. А, мадам. Мне кажется, вот этот, Димас, джентльменский, вот. Что-то текстуры. Нормально. Так, это все, Димас, закрыто, тут ничего нету такого. Вентиляция работает? Работает. Не-не-не, она не работает. Так, вот. Что у нас еще тут есть? Ого, смотри, Димас, это гравити пушки. Портал Ган даже здесь есть. Красава, это что, продажа здесь? Ну да. Неплохо. Балунбой стоит. Так, ну здесь столики просто. Да, здесь можно, короче, отдохнуть с друзьяшками. Да, если, ребят, заходите... О, Серега, да, я тоже сяду. А где вы, куда вы? А вот мы тут сидим, кушаем. Может, пойдем уже? Пицца. Ладно, все, вкусно, Серега, пицца, пошли. Это я вам показываю. Это, я тут охранник уже закаленный в боях, а вы только стажеры, короче. Я вам тут показываю, что да как. Да мы на этой пиццерии второй или третий раз записываем. Я ее очень плохо знаю. Ну да, смотри, тут вообще... О, эндоскелет, смотри, еще один. О, Бухарик, привет. Ой, чего, смотри, кто тут, смотри. А че голова не... Ну ладно, пусть будет по-вашему. Их чинит просто здесь, понял, Димас? Диман, а че здесь у нас? Чинилка всякая. О, тут можно электричество нам вырубить, смотри. О, не надо. Надо. Ну, будем знать, если что, где можно включить. Ну, вырубай, короче, вырубай. Давай посмотрим, вырубится. А, ну давай. Не, Дима, нельзя вырубить. Это так, для атмосферы, да? Чисто поржать. Так, ну у нас, ребята, кстати, есть тут пончик с монитором и два фонарика. Ого, пончик. Это какое-то пончище. Тут свет. Серьезный. Давай камеры покажем, а? Давай камеры. Так, первая камера это у нас вот главная. О, там зал. Бегает Папайрус. Тут мы можем увидеть Фокси, трех аниматроников на сцене и того фиолетового. Вот. Черного, кстати, здесь не видно аниматроник. Блин, надо было камеру немножко подвинуть, но вот так вот. Опа. Опа. Привет. Я тебя знаю. Это ты. А, кстати, о, Балунбой я вижу, только он пропадает. Так, третья камера, эндоскелет. Есть. Это машина. Так, площадка. Комната отдыха. Вот. Пятое, это у нас вход. То есть самые, Димас, такие места, самые популярные, самые мощные. Получается сколько? 5 камер, да, у нас? Да, 5 камер, Димас. А вот здесь мы не показали. Подземное убежище. Если там совсем будет туго у нас наверху, мы сюда спускаемся. Здесь можем. Здесь тоже у нас есть монитор, мы можем камеры здесь тоже посмотреть. Здесь можно тоже переключать, и здесь можно прятаться от аниматроников. Все, классно. А можно сюда еще выйти? А нет, нельзя. Нет, там нельзя уже. Слышишь? Да-да-да, шкатулка. Песню какую-то. Эта шкатулка заработала. Так, давайте вас по камерам посмотрим. Ну так, что, ребята, Дима? Если что? Ночь начинается? Да, ночь начинается. Аниматроников мы будем отпугивать с помощью фонариков. А ну показывай. Вот. Смотри, давай показывать. Вот. Ого! Реально лупит? Свет. Очень мощно лупит. И сюда. Я же не первый раз здесь выживаю, я тут вот. Ну да, ты уже свой здесь, челик. А ну, Диман, посвети мне в глаза. Ну-ка, давай. Ух ты что, реально лупит. Так, на площадке никого. В игровой никого.
Ленточный ни у кого. Балунбой! Там моргнул тебе. Я вижу, 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 Димас, отсюда даже видно. А что это за рука? Там чел какой-то, страшный. Так. Диман, если что, включишь фонарик. Хорошо, ты... А, включай! Димас, надо мелькать. Вот так вот, так вот. Маску, маску одевай. Не, маска тут не нужна. Понял, я все на кучу. Тут надо просто светить на него, а потом через какое-то время уходит. Во, видишь? Ушел. Ушел. А ну камеры попереключай. О, балунбой видно, кстати, тут. Он моргает глазам, видел? Ага. Я шучу. Да. А я сейчас посмотрел. А вдруг? Димас, ну ты как стажеру, я тебе пончик приготовил, смотри, какой большой. Да я его не съем. Ну, я. Не, может ты съем, он очень вкусный. Пахнет вкусно. Ну, розовый. Так он больше, чем моя голова. Димас, смотри, лезет к нам в вентиляцию. Включай, включай, включай. А, тут надо этот маску одевать. О, Димас, смотри, чтобы аниматроник увидеть, нужно фонарик в тени его увидеть. Да-да-да, я вижу, я вижу. Видишь тень его? Он даже когда невидимый, фонарик так, его в тени. Так, а ну уходи отсюда, паршивец. Уходи. Опять нас сразу вздумал вентиляцию. Уходи. Кто там масло вечно разливает свое? Так что, Димас, от аниматроников сбоку намного труднее спасаться, чем прямику. Так, я дверь открою, если что, я буду убегать. Идет. Он пошел куда-то. Так, смотрим, где он. Так, 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 все хорошо. А куда он? О, вот он, вот он. Вот он. Смотрим, смотрим, он что он будет делать. Он гавкает на нас, смотри, воет. Гавкает. Опа! О, куда пошел? Он камеру нам хочет съесть. Смотри, еще кто-то ходит. Когда скелетом в гости пошел. Поиграть пошел что-то. Блин, а в какую он игру играет? Не видно. Смотри, кусает ее. Да не, он лупится, он новый рекорд ставит. Димас, а я думал, знаешь что, я, короче, в этот автомат играю, смотрю, у чувака рекорд 9000, а у меня только 1000. Думаю, как его побить, рекорд? Не могу. Фокси, короче, это лупится, Фокси. Я понял. Это Фокси, знаешь, играли. Что играет? А что он играет, Майнкрафт, что ли? А не, Майнкрафт справа. Так, он ушел, Димас. Диман, я сейчас побегу и посмотрю, какая там игра была, а ну и скажу тебе. Так, так, так. Давай, так. Только смотри, он сбоку, Димас, он сейчас тебя съест. Ты чекай меня там по камере, сопровождай и говори, где кто. Ну, он сбоку. Я тебе говорю. Да. Сложно, сложно, Димас, выйти из камеры ночью. Тут вообще не пытайся особо. Димас, он на этот. Ой, пришел. Светим, 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 светим на него. А то он сейчас откусит нам. Мужик, уходи, мы свои. Ушел. Блин, они стрёмные. Ух, Димас, давай иди быстрее чекай, какой там игра. А ну, Димас, скажи, как он стоял? Вот так стоял он? А, да, сейчас, секундочку. А, нет, левее, левее. Вот тут. Я не знаю, что это за игра, тут не написано. New game, continue. А. Димас, он к тебе пришел, Димас. Он играл 5 ночей с Фредди. Димас, беги. А, блин. Я видел, как он сожрал тебя. Он дальше прошел играть в эту игру. 5 ночей с Фредди игра называется. Да? Да. Серьезно? Да. Вот. Офигеть. Диман, совпадение? Не думаю. А! Ого, кабан. Это что, батя пришел? Он что, он из унитаза вылез. Вот это кабанище, он здоровенный. Он аж этими, он когтями царапает эти автоматы. Че он там делает? Возобновляет его, что ли? Оживил? Не оживил. Поссал на него и ушел. Диман, чекай, чекай, чтобы мы не провтыкали так, опять. Чекаем, нормально все. Опа, он на камеру, смотри, кривляется, дурак, что ли? Глаз, видишь его глаз? Это он глаз нам показал свой? Глаз голубой был, да. Серьезный мужик. Он хоть и страшный, но глаза у него красивые. Понял? Так. Слышишь звук? Я стоп-сон прописал, я думал, это музыка началась, а это они делают? Это гул, Димас, такой, аниматроника. Ой, я слышу. Это он голодный, из живота его, понял? Это он ржет, что ли? О, Димас, идет! Маску, 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 Димон! Бей, бей, бей. Нет. Давай только аккуратней, Димас, вот он кусается. Димас, ты не боишься? А ты сзади меня был, что ли? А что ты сзади меня бежал? Я смотрел. Так. Блин, жалко, что у нас там камеры нету.
Димочек, смотри, где я на столе танцую чамбу. Не, я тебя на камере не вижу, это я так вижу просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё-чё-чё-чё. Он идет сзади меня там. Он был рядом, он быстрый, кстати, я заметил. Он хотел меня мочкануть, но не смог. Он в этот, в игровой комнате находится. Только вот он пожелтел игроман. Немножко, кстати. Ого. О, смотри. А что это за кабан? Это другой кабан. Ого. Идет обход делает, что ли? Ребята, если вы хотите, чтобы на этой пиццерии мы записали еще, ставьте лайкосик. Ну, два ставьте. Так, куда он пошел, поклацай. А он тут где-то в углу там. Ну, тут, Димас, надо уже самому идти, пойдем. Идем, Димас. Я его имя только что вот видел. Ха-ха-ха, он где-то тут. Имя? Да. Димас, а ты где? Я возле нашего стола, я маску одел. Так, тут вроде никого. Никого нету? Давай свет включим, проверим, есть тут кто-то. Нету, Димас, что ты это говоришь? А что я тут имя Робби видел? Вот он, я же говорю! Я видел! Маску. А да как его не подсветил, даже мой фонарик его не видел. Маска, это очень хорошо. Маска, это очень хорошечно. Ребята, вы не видели здесь двух охранников? А мы их видели, они в туалет пошли какать. Да, они за коричневым пошли. Просто так, после такого... Секретный пароль аниматроников, знаете? Знаю. Беги! Димас, беги! Не, я тут остаюсь. Так, Димас. Димас, я вижу его. Все хорошо. Ищет тебя. Да ладно. Где ты заховался? Я не буду тебе пока говорить. Это секретное наше место. Он пошел. Я сейчас, Димас, прорвусь к тебе, смотри. Он на площадку, нет, не площадку. Балумбой пошел. О, нет, это хорошее. Балумбой. Диман, говори, когда он будет в каком месте, я пробегу быстро. Так, он в главном зале, Димас, находится. Ко мне идет. Вот блин. Я его фигачу фонарем. Он уходит. Диман! Я бегу, Диман, к тебе! Есть, Диман, я знал, что мы сможем. Она что, живая, что ли? Ну. Я такого еще не видел аниматроника Башка Бонни. Я угораю, блин. Так. А давай посмотри, как она ползет. Что она мне сделает? Она же мне ничего не сделает. Димон, вот эта башка, иди посмотри. Димас, ну нафиг. А что ты тут ползаешь, башка? Она ногу тебе откусит. Не-не-не. Она же кусается. Нет. Она сейчас тебя пнёт, Димас. Ай. Ай, ты чё, кусаешься? Она тебя кусает, да. Все, она пошла куда-то. Уходи. Ты чё тут делаешь? Включай фонарик, Димон. Она же на голову запрыгнет тебе, Димас, и все. Как хэдкраб, что ли? Ну да. А на него не реагирует. Может, она пончик хочет сожрать? Тупая башка очень. Она... Пончик. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.